Там по программе этот доклад должен был читать Сергей Бронников, но он не смог приехать, поэтому вместо него прочитаю я. Ну, поехали. Да, главное, что с программой совпадает. Вот. Соответственно, я вам расскажу про такую вещь, как миграция контейнеров. А именно расскажу, почему их надо мигрировать. Почему их нет? Он опять заснул. Давайте мы меняем микрофон, где у нас еще один, чтобы включить, как обычно. Алло, сейчас он. Как всегда, мне подсовывают все батарейки. Отлично, так, а вот этим мы займемся. Дай-ка я пойду посмотрю, что с ним происходит. Давай. Да. Почему надо мигрировать контейнеры, почему не надо мигрировать контейнеры. И если все-таки очень хочется их мигрировать, то насколько сложно это сделать и как вообще? Значит, сначала несколько слов о том, что такое миграция. Ну, миграция вообще — это понятие такое довольно давнее, оно хорошо освещено в научной фантастике, там оно называется телепортацией. Смысл очень простой. Объект анализируется, разбирается на кусочки, они передаются куда-то, после чего объект собирается заново. В случае с контейнерами ситуация точно такая же. Контейнер разбирается на информацию о том, из чего он состоит, эта информация передается куда-то и там собирается обратно. Но в отличие от фантастической телепортации, миграция она уже реализована. Извиняюсь. Есть хорошо отлаженная и работающая реализация в рамках проекта OpenVZ, там это ядерные модули. И есть уже почти отлаженная технология, это переписанный вариант OpenVZ на миграции под названием проект Crew и надстройка над ним под названием Piffle. Вот эти вот две штуки в паре, они уже почти умеют мигрировать контейнеры. Значит, зачем вообще мигрировать контейнеры? Ну, во-первых, это очень классно выглядит. Человек, который смотрит неподготовленный на то, как набор программ пропадает на одном компьютере и появляется на другом, и при этом продолжает работать, как ни в чем не бывало, он очень удивляется и радуется, что такое вообще возможно. Во-вторых, миграция контейнеров, она может помочь сделать такую вещь, как балансировка нагрузки. Если есть несколько компьютеров, например, объединенные в кластер, и какие-то из них страдают от перегрузки, а какие-то из них там ничего не делают, можно взять часть нагрузки и перенести с одного на другой. Кроме того, эту технологию можно использовать, и мы даже это делаем в Виртуозе, для того, чтобы обновлять ядро на более свежую версию. Делается это в простейшем виде. Таким образом, все контейнеры переносятся с того компьютера, на котором хочется обновить ядро, на какой-то другой. Ядро меняется, компьютер перезагружается, и контейнеры мигрируют обратно. В этом случае там можно, правда, обойтись без настоящей миграции, а можно и с ней. Вот. Ну и такое обобщение обновления ядра на всю вычислительную систему можно с помощью миграции заменить оборудование, например. Тут уже, в отличие от замены ядра, никакими трюками это обойти не получится. Придется контейнеры честно мигрировать с хоста, с компьютера, там что-то делать и возвращать их обратно. Вот. Теперь несколько слов, почему не надо мигрировать контейнеры. Ну, главным образом потому, что миграция, как и телепортация, технология довольно сложная. Иногда возможны всякие нежелательные или непредвиденные спецэффекты. И если совсем не хочется мигрировать приложение или контейнеры, то есть способы, как обойти проблему. Их несколько. Ну, например, балансировка нагрузки на хосты очень часто удается решить балансировкой просто сетевого трафика на уровне маршрутизатора. Просто поток перекидывается на разные машины, на которых он обрабатывается. Второй вариант, он появился, ну, как сравнительно недавно. Это так называемая архитектура микросервисов. То есть это программы должны быть написаны таким образом, что они в себе либо не хранят вообще никакого состояния, либо хранят его настолько мало, что их можно безболезненно убить и запустить на каком-то другом компьютере. В такой архитектуре изначально предполагалось, что будут работать виртуальные машины под управлением OpenStack, и OpenStack как раз в такой парадигме разрабатывался. В такой архитектуре до сих пор еще разрабатывается проект Docker. То есть он считает, что его контейнеры, они вот такие вот микросервисные программки, которые можно в любой момент выключить и запустить где-то еще. И все, что строится вокруг Docker, оно все еще считает, что это так. Еще один вариант, уже вот как обновить, например, систему без живой миграции. Некоторые люди так делают. Это
принести программное обновление на компьютер и подождать, пока там что-нибудь не упадет, например, ядро. Ну, раз все равно перезагружать, то перезагрузимся в новую операционную систему, в новую версию. А? Да. Так делают люди на самом деле. Это такой практикуемый подход. Ну и еще один вариант, чуть более ответственный, чем обновление по мере того, как системы падают, это просто предупреждать заранее пользователей системы, что там через неделю мы выключимся на 15 минут, поэтому приготовьтесь как-нибудь к этому. Вот. Ну и тем не менее, если все-таки очень хочется делать живую миграцию, нужно помнить об одной очень важной вещи, что вот в тех трех шагах, которые я писал, сохранение состояния, пересылка состояния, восстановление состояния, вот второй шаг, а именно пересылка состояния, он может быть очень длинным, потому что в самом состоянии в обязательном порядке присутствует содержимое памяти процессов, которые мы мигрируем. И если этих данных слишком много, то пересылка может занять очень много времени. Если на этот период контейнеры будут остановлены, точнее заморожены, то миграция перестанет быть живой. Они как бы потом продолжатся выполняться, но пользователь, который работает с контейнерами, он это заметит, будет недоволен. Поэтому пересылку хотя бы основного количества этой памяти нужно исключить из того периода, когда контейнер остановлен. Для того, чтобы это сделать, используют два метода — предварительное копирование памяти и последующее копирование памяти. Предварительное копирование памяти — это когда сначала память собирают, пересылают ее на машину-приемник, а процесс продолжает в это время исполняться. Как только вся память переслана, мы смотрим, сколько памяти, какой объем был изменен. Если слишком много, мы повторяем процедуру. Собираем ее, пересылаем и смотрим опять. А если слишком мало, то тогда уже контейнер можно заморозить, собрать все состояние, но туда уже не включать всю память, а включить только ту, которая поменялась на последнем шаге. Как правило, это не очень много. С последующим копированием памяти ситуация и легче, и проще. Выглядит это следующим образом. Собирается, контейнер замораживается, собирается состояние, но содержимое памяти в него не включается. Состояние пересылается на второй компьютер, там оно восстанавливается, а память подтягивается по мере необходимости. То есть для процесса настраивается некий аналог сетевого SWOP-устройства. Вот. Вот с этими двумя замечаниями живая миграция выглядит немножко сложнее. То есть у нас получается сначала предкопирование, если нужно, потом мы замораживаем контейнер, сохраняем его состояние, копируем, восстанавливаем, размораживаем и, если нужно, дотягиваем ту память, которая еще осталась на той машине, откуда мы мигрировали. Чтобы лучше, так сказать, описать, в чем сложности в этом процессе, придется сделать вещь, которую делать обычно некорректно, но здесь удобно. Надо будет сравнить контейнеры с тем, что обычно считается конкурентами у контейнеров, то есть с виртуальными машинами. Чем мы и займемся? Значит, в случае виртуальной машины в миграции участвуют некоторое окружение этой виртуальной машины, то есть виртуальное железо, которое гипервизор поддерживает, какие-то паравирт-устройства, состояние процессора, содержимое памяти. В случае с контейнером мы мигрируем похожий набор. Мы мигрируем окружение, только в данном случае это не виртуальное железо, а C-группы и пространство имен, которые используются ядром для создания контейнерного окружения. Состояние CPU в данном случае заменяется процессом, процессами, которые населяют контейнер, и объектами, которые они пользуются. Ну и плюс содержимое памяти этих самых процессов. Что у нас происходит на сборе и пересылке памяти? В случае с виртуальной машиной ситуация очень простая. В виртуальной машине память — это просто линейный диапазон адресов. Вся эта память в руках у гипервизора. Собрать ее, вообще понять, где эта память находится, собрать ее, переслать — никаких проблем нет. В случае с контейнерами такое понятие, как память контейнера, по крайней мере, в Linux контейнерах, оно отсутствует. Потому что контейнер — это процессы, которые его населяет. У каждого процесса есть своя память, но память может быть разделенной. Файл, память может оказаться памятью, принадлежащей какому-то файлу. Итого у нас может быть 4 типа памяти, которые живет в каждом процессе. Все это дело нужно собрать, понять, какие кусочки памяти разделены, какие нет. И только потом уже можно будет говорить о том, что вот этот вот набор страниц, который мы собрали, это вроде как память, которой пользуется контейнер. При этом эта задача здесь написана, она должна быть выполнена после того, как мы собрали все процессы. Вот. А сбор всех процессов — это этап заморозки. При заморозке, когда мы замораживаем VM-ку, мы делаем простую вещь. У нас есть фиксированный конечный набор процессоров. На них нужно сделать вещь, которая давно известна — это suspend. Ну вот как вот закрываете крышку на ноутбуке, там все останавливается. Вот то же самое нужно сделать при миграции VM-ки.
В случае с контейнеров там опять-таки все сложнее, там нет какого-то фиксированного набора объектов, которые надо остановить. Контейнер — это дерево процессов, это дерево нужно собрать, по одному процессу остановить, при этом помнить о том, что пока мы останавливаем отдельные процессы, они себе могут нарожать новых. Вот. Их всех тоже нужно остановить. Есть в ядре одна подсистема, которая немножко помогает в этом процессе, называется FritzCgroupa. Это такая C-группа, куда можно запихнуть контейнер и одним таким щелчком сказать ядру заморозить ее. Ядро пройдет, оно сделает ту же самую работу, только эффективнее, потому что оно поддерживает просто списки процессов, ему легче это сделать. И пока оно замораживает их, оно не дает им создавать новых. Вот. Но с FritzCgroupa там есть отдельная сложность. Из C-группы невозможно вынуть информацию о том, как процессы связаны в дерево. А это важно. Поэтому если мы пользуемся FritzCgroupa, нужно все равно отдельно проходить по файловой системе PROC и восстанавливать и получать иерархию процессов. Дальше идет сохранение состояния того, что мы мигрируем. В случае с VM-ками это включает в себя только состояние виртуального железа, ну и пара виртуализованного железа. Это простое дерево объектов. Я померил, сколько это все занимает, если VM-ку поставить и особо не нагружать, а просто Fedora. Там получается примерно 300 килобайт данных, меньше сотни объектов простых. В случае с контейнером у нас уже не фиксированный набор объектов, которые организованы в дерево, а более сложный набор — это процессы и все-все-все те ресурсы, которыми они могут пользоваться. Сетевые соединения, файлы, группы, сессии, терминалы — там список очень длинный. Причем многие из этих объектов могут разделяться между разными процессами. Процессы и правила по созданию этих объектов — они очень сложные. В общем, у нас получается целый граф из объектов. Правда, количество данных, которые мы собираем, оно поменьше. Если взять контейнер с такой же Fedora, то там вот этих данных окажется примерно в два раза меньше, чем в случае с VM-ками, но зато объектов на два порядка больше. Вот. И дополнительная трудность в сборе состояния про контейнер состоит в том, что VM-ки, интерфейс получения состояния отдельных устройств, он очень простой. Устройство находится в памяти как объект какой-то, и ядро просто читает этот объект и складывает его в файл. В случае с контейнерами, для того, чтобы получить информацию о процессах, о файлах, о сетевых соединениях, для каждого типа объектов используют свой собственный API. Ну да, это все системные вызовы, но они все разные. И если посмотреть на то, как Creo получает информацию о объектах, оно использует практически все системные вызовы, которые в Linux только есть. И не все они работают адекватно, между прочим. Копирование состояния на другую машину, оно примерно одинаковое для VM-ок и контейнеров, но есть одна тоже особенность. Она такая, она в каком-то смысле связана с процедурой восстановления. Вот когда мы восстанавливаем состояние виртуальной машины, мы просто друг за дружком состояние объектов восстанавливаем и все. А когда мы восстанавливаем состояние контейнера, то мы восстанавливаем гораздо более сложное состояние объектов. И там очень часто возникает такая ситуация, когда мы, если взять два объекта, то получали мы о них состояние в одной последовательности, а восстанавливать их нужно в другой. Я сейчас вот про это через минутку расскажу. Но вот такая вот особенность контейнерная, она ведет к тому, что когда мы мигрируем VM-ку, мы можем брать ее виртуальное устройство, получать их состояние и просто отправлять эту информацию в сеть. И на той стороне ее принять и сразу восстановить. С контейнерами так не получится. Если мы отправили один объект в сеть, потом второй объект в сеть, то когда мы на принимающей стороне получим первый объект, может так оказаться, что мы не можем его восстановить, пока не получили информацию о каком-то следующем объекте, который мы еще не передали. Поэтому просто так брать и отправлять вот эту информацию об этом графе в сеть тоже не получится. Эти объекты нужно там кэшировать в памяти, запоминать, откладывать их восстановление на потом. В общем, как раз вот к этому слайду мы и переходим, о чем я сказал. В случае с VM-ками устройства создаются последовательно, и состояние в них записывается тоже последовательно для восстановления. Для контейнера, ну, мало того, что там объектов в 100 раз больше, и каждый создается отдельным системным вызовом, то есть это просто дольше получается. Дополнительная сложность в том, что для каждого объекта, который нужно создать, у него свой собственный API. И результат, который мы хотим получить, а это граф из объектов, его невозможно получить, восстанавливая эти объекты последовательно. Не любой объект в Linux можно восстановить, просто сказав, что теперь я хочу получить вот такой объект с таким идентификатором. Самый простой пример — это сессия у процессов.
Нельзя взять произвольный процесс и запихнуть его в произвольную сессию. Вот. Сессию можно либо создать новую для себя, личную, либо унаследовать ее от родителя. Вот. Это выливается в то, что алгоритм восстановления дерева процессов, он сложный и не такой линейный, как в случае с VM-ками. Разморозка, она симметрична заморозке. Да? В случае с VM-ками размораживается очень просто. Мы делаем резюм для процессоров. Вот как крышку на ноутбуке открыли, они проснулись и побежали дальше. С контейнерами нужно восстановить все процессы. Точнее, не восстановить, а продолжить их исполнение. Мы их уже восстановили, они находятся в восстановленном состоянии все после восстановления. Теперь им всем нужно сказать «побежали». То есть нам нужно опять пройтись по дереву процессов, всем их послать сигнал continue, что можно продолжать. Тут очень важно не забыть и не начать размораживать процессы раньше, чем мы не восстановили вообще все. Вот. Это техническая задача, но о ней нельзя забывать. И последний шаг, последующее копирование памяти. Его пока в таком вот в готовом к использованию решении еще нет ни в случае VM, ни в случае контейнеров, но работа уже где-то близка к завершению, где-то начинается. Есть такой человек в Red Hat, Андреа Арканджели. Он решил заняться вот этой задачей подкачки памяти по сети для VM-ок и сделал еще один интерфейс в ядро под названием UserFaultFD. Это такой файловый дескриптор, который можно подключить к процессу, и если у процесса нет памяти, которая ему нужна, ядро не сигнал будет этому процессу высылать, как оно обычно делает, а высылать сообщение вот в этот файловый дескриптор. Его можно оттуда вычитать и память процессу отдать. Эти патчи от Андрея, они попали в 4.2, и он начал делать поддержку этой технологии для VM-ок. Мы захотели эту штуку взять для контейнеров, использовать. Оказалось, что с контейнерами традиционно все гораздо сложнее. Сложность крылась в том, что в случае с виртуальными машинами процесс, за которым мы следим о том, что у него памяти нет, и процесс, который, собственно, слежку осуществляет, это один и тот же процесс. Это гипервизор, просто у него там два потока. Один обрабатывает запросы гостя на обращение какой-то памяти, а второй ловит вот эти события из файлового дескриптора и подгружает странички по сети. Тут все просто. В случае с контейнерами у нас процесс, за которым мы следим, он один, причем их много даже. Это целое дерево процессов. А тот процесс, который следит за отсутствующими страницами в памяти, это Creo, он живет совершенно в другом месте. И возник целый ворох проблем, связанные с тем, что виртуальное адресное пространство процесса, его можно произвольным образом менять, а вот эта подсистема UserFaultFD, она была совершенно не рассчитана на это. И когда мы начали дописывать функциональность в этот UserFaultFD, выяснилось, что там нужно еще примерно 50% от того кода, который там уже есть. Вот. И когда это все будет для контейнеров, пока еще не совсем понятно, но зато понятно, в каком направлении двигаться. Вот. Все вот это вот, о чем я только что рассказал, оно реализовано в Creo. Creo — это открытый проект, который делает сохранение и восстановление состояния процессов и окружения, ну, в частном случае контейнеров. Живет он на creo.org, у нас есть список рассылки, и исходники лежат на GitHub. Это расширение над проектом Creo, который позволяет сделать, собственно, живую миграцию с помощью технологии сохранения и восстановления. Вот то, что я говорил, что миграция — это не просто сохранить, скопировать, восстановить, а сложная такая процедура, направленная главным образом на то, чтобы уменьшить время, когда процессы заморожены. Вот Пихоль — это процесс, который миграцию как раз и осуществляет. Мы его начали не так давно, и им и Creo собираемся заменить живую миграцию ядерную, которая есть в OpenVZ. Все. У меня все. Можно задавать вопросы. Вот это стратегическое решение все-таки переходить в User Space, которое, я так понимаю, приняли не вы, да? Которое приняли за вас. Нет, это мы приняли. Ну, а у вас не было выбора, да. Ну, значит, приняли за вас, да. А вот как вы считаете все-таки, вот те люди, которые приняли за вас, они, ну вот сейчас более-менее понятно, да, во что это вылилось? Они были правы скорее или скорее неправы? Скорее правы. Там такой, как бы, изначально эти люди считали, что все можно сделать в User Space. Вот. Мотивация была очень простая. Там были попытки реализовать это все в ядре. Закончились эти попытки на наборе из 100 патчей, которые вот делают как какой-то чекпоинт и рестор.
Потом решили, что нет, в ядре нам столько кода не надо, давайте по-другому. Попробовали сделать так, оказалось, что в ядро все равно нужно 100 патчей. Но других. Ну да, потому что API-то вот все время не хватало какого-то в user space. Ну да, нам его, сколько мы уже 4 года делаем этот криуд. Первые 2 года нам API не хватало каждый день. Спасибо. Так, еще есть вопросы, коллеги? Кто вообще, кто что-то понял? Начнем с того. Я вижу, что некоторые там вот уснули. Не буду видеть. Так, вопрос? Насколько я понял. А, значит, смотри, в 3.11 есть все, что нужно для работы, ну, за исключением там нескольких мелких вещей, которые обычно приложения не используют. Ну, пока еще не используют, да? То есть, например, в 3.11 появился патч, который позволяет мигрировать контексты синхронного ввода-вывода. Вот. На тех контейнерах, на которых мы пробовали, этим асинхронным ввода-выводом, именно ядерным, им никто не пользовался, ни базы данных, никто. Они перешли на него на каких-то более поздних версиях. Вот. Вот если сравнивать именно 3.10 от 3.11, да, то оно... Я к тому, что 3.10 упомянул, потому что вот вы вроде как следующие УБЗ, да. Я понимаю, что очень условный 3.10. Очень условный, да. Это не мейнстримный 3.10, это Архел 7. У них тоже не 3.10. Он называется 3.10, но он 3.11 и еще больше. А у нас 3.11 еще больше и еще немножко. Так, пожалуйста. А еще вопрос по выбору. Почему сказки Бажова? Название там Ершова. Их... не Бажова, Ершова. Ершова, да. Пихали это не от Ершова, это я сам придумал. Там конек-горбунок нарисованный. Это конек-горбунок. Значит, птичку выбрали потому, что сначала была идея сделать феникса, который может себя в пепел зачекпоинтить и отрестовиться. Это классно. Решили, что поскольку он родился в России, нужен какой-то русский аналог феникса. Ну, понятно. А с пихлем тоже думали-думали и решили, что пусть будет какой-нибудь конь, на котором можно переезжать. Ну, а дальше по аналогии. Спасибо. Коней при миграции не меняют, как известно. Так, все, больше нет вопросов. Спасибо большое. Вы же будете следующий доклад? Нет, а следующий доклад будет делать неприехавший Сергей Бронников. Поприветствуем его.